Ну, удовлетворительно оценило руководство Министерства внутренних дел работу подразделений ГУВД по Волгоградской области. Сегодня были озвучены итоги инспекторской проверки милиции региона, которая проводилась в течение июля. Рассказывает Игорь Морозов. Инспекторы Министерства внутренних дел проверяли деятельность подразделения областного ГУВД около 3 недель и посетили за это время все районные отделы милиции. И хотя на отдельных территориях, например, в Паласовке и Урюпинске были выявлены организационные нарушения, в целом руководство МВД осталось довольно работой милиционеров региона. В целом деятельность волгоградской милиции оценена удовлетворительно. У нас 2 критерия оценки – удовлетворительно и неудовлетворительно. В целом оценена удовлетворительно. Заметим, что на эту оценку повлияли и данные соцопросов, согласно которым большинство жителей области доверяют милиции и готовы оказывать ей содействие в вопросах борьбы с преступностью. Начальник ГУВД пообещал, что его подчиненные сделают все возможное, чтобы оправдать доверие населения. Также на пресс-конференции Александр Кравченко сообщил, что его ведомство проводит проверку фактов возможных финансовых нарушений при строительстве моста через Волгу. Если вас интересует, скажу и про мост. Мы сегодня расследуем 4 уголовных дела, и это до приезда счетной палаты, хочу подчеркнуть. Мы возбудили эти дела. 2 из них возбуждены и расследуются при нашем оперативном сопровождении, по нашим материалам оперативным, Следственно-процессного комитета, то есть с Михаилом Гандучем Узраевым. И 2 уголовных дела расследуются по мошенничествам также, значит, в Следственном управлении ГУВД по Волгоградской области. Пока конкретные фигуранты этих дел не называются, однако, по словам начальника ГУВД, общий ущерб по этим делам измеряется десятками миллионов рублей. Игорь Морозов, Виталий Кошелев, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба».